Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-3» в студии Руслан Габрилев и коротко о главных темах выпуска. Прокурор Беларуси Александр Конюк побывал с рабочим визитом в областном центре. Зачем глава ведомства посещал Гомельский мясокомбинат? В Мозыре 4 человека попали в реанимацию с диагнозом отравления угарным газом. Что послужило причиной? В Светлогорском районе в ДТП с фурой погибли 2 человека, из-за чего на трассах участились трагедии. А также стихия бьет печальной статистикой. Почему в Гомельской области отмечается рост количества пожаров и какую работу ведут специалисты МЧС? Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк побывал с рабочим визитом в областном центре и посетил Гомельский мясокомбинат. Одной из главных причин приезда на предприятие стало выяснение ряда вопросов и обстоятельств, связанных с выявленными фактами коррупции. Несмотря на то, что несколько сотрудников мясокомбината уже отбывают наказание в местах не столь отдаленных, ряд уголовных дел еще находится в стадии расследования. О проблемах Гомельского мясокомбината стало известно в начале этого года, когда правоохранительные органы озвучили информацию о реализации почти 100 тонн испорченного мяса. Потом выяснилось, это не единственный случай, который заинтересовал тогда следствие. Несмотря на то, что виновные осуждены, как минимум одно дело еще не завершено. Во время посещения мясокомбината генеральный прокурор ознакомился с производством и поделился мнением. При наличии таких мощных холодильников, тем не менее, сгноили 120 тонн мяса, около 120, но это, вот мне это непонятно, как это может быть. Поэтому я сюда и прибыл поинтересоваться положением дел. Служебная халатность или это, как бывает в случае сокрытия других более тяжелых преступлений, более сложных. Нам еще предстоит разобраться. Еще одна тема, которую затронул генеральный прокурор – дебиторская задолженность. И касается она не только Гомельского мясокомбината. Проблема актуальна для многих предприятий. Не рассчитываться за поставленную продукцию для некоторых зарубежных и отечественных компаний становится обычным делом. Правда, сейчас такие отношения могут привести и к уголовному делопроизводству. А дебиторская задолженность в данном случае почему прокуратура занимается? Потому что она, к сожалению, процентов на 70, я уже говорил, она коррупционная схема существует в этой дебиторской задолженности. На самом Гомельском мясокомбинате о неприятной ситуации, в которой оказалось предприятие, помнят, но стараются как можно скорее вернуть доброе имя, в том числе через выпуск новых видов востребованной продукции. В следующем году мы планируем модернизировать наше термическое отделение. Это, можно сказать, сердце нашего тоже колбасного цеха и позволит наших покупателей обеспечить большим количеством выпускаемой продукции разнообразным ассортиментом, а также участок по производству ливерных колбас и паштетов. Визит генерального прокурора на Гомельский мясокомбинат завершился приемом работников предприятия по личным вопросам. Александр Конюк отметил, что в начале его работы в этой должности на прием приходило около 40 человек. Сейчас записались только 2. А это значит, что теперь многие вопросы успешно решаются уже на местном уровне. В Мозыре 4 человека попали в реанимацию с диагнозом отравления угарным газом. Среди пострадавших 2 детей, их мама и фельдшер скорой помощи, приехавший по вызову. Всех 4 увезли из обычной мозырской квартиры, где установлен проточный газовый водонагреватель. Его оперативно обследовали работники местной газовой службы, но неисправности не обнаружили. Головная боль, тошнота, трудности с дыханием. В скорую позвонила мама и рассказала, что ее сыну нужна помощь. На место выехала бригада медиков. В результате госпитализировать пришлось всю семью и фельдшера, причем в реанимацию. В приемное отделение были доставлены 4 пациентов с предварительным диагнозом острое ингаляционное отравление неизвестным газом. Вот. Оказывалась помощь, диагностировали. Ингаляция кислородом, инфузионная терапия. В результате проведенных этих мероприятий состояние пациентов стабилизировалось. И на следующий день, 14 числа, они были переведены в соматическое отделение. Взрослые в нашей больнице, а ребята в детскую больницу. На следующий день их выписали. Пациенты покинули больницу, а в доме, где случилось ЧП, проводят проверку газовые службы. Мама вместе с детьми сюда не вернулась. Ее бывший супруг общаться с прессой не захотел.
Специалисты выяснили, что утечки газа здесь не было. Оборудование тоже работало исправно. Сейчас здесь проверяют вентиляционный и дымовой каналы. Правда, об этом рассказали по телефону и отметили: никаких интервью на камеру. Одна из версий произошедшего – особенности проектирования дома, когда на крайних этажах совмещают дымовой и вентиляционный каналы. Это может стать причиной того, что угарный газ попадает в помещение. Каким именно газом отравились мазыряне, сейчас выясняют. К расследованию инцидента правоохранительные органы не подключились. В Светлогорском районе в результате небезопасного маневра на трассе смертельные травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Их иномарка столкнулась с фурой, которая двигалась навстречу. Авария произошла на участке автодороги Бобруйск-Мозырь, граница Украины, в нескольких километрах от Октябрьского района. 66-летний водитель автомобиля Audi 100, выполняя поворот налево, не уступил дорогу грузовому автомобилю с полуприцепом, который находился под управлением 44-летнего гражданина Турции. В итоге произошло жесткое столкновение. Иномарка была сильно повреждена. Ее отбросило в кювет, а многотонная фура съехала с трассы. Некоторое время сохранялась угроза взрыва, так как был поврежден бензобак легкого автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля Audi, а также пассажир автомобиля женщина погибли на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следствие не исключает, что причиной небезопасного маневра со стороны водителя Audi послужили невнимательность или банальная усталость. К слову, последний из перечисленных факторов повлиял и на исход ДТП в областном центре. В районе пересечения улиц Ильича и Склизнева автомобиль марки Land Rover сбил двух пешеходов. Со слов очевидцев, двигаясь по проезжей части, иномарка неожиданно выскочила на тротуар, снесла светофор и зацепила кузовом пешеходов. В результате происшествия 7-летняя девочка с ушибами была госпитализирована в нейрохирургическое отделение областной больницы. Также тем вечером за медицинской помощью обратился еще один участник дорожно-транспортного происшествия. Мужчина 1939 года рождения, у которого был диагностирован ушиб коленной чашечки, а также подозрение на перелом ребра. По словам медиков, состояние 7-летней девочки удовлетворительное. У нее диагностированы множественные ушибы, которые в целом не повлекут за собой ухудшение состояния здоровья. Охраняли правопорядок и спасли погорельца. В деревне Макаричи Петриковского района милиционеры рейдовой группы районного отдела внутренних дел Евгений Домасевич, Юрий Музыка и Наталья Губарь, осуществляя патрулирование населенного пункта, увидели пожар и успели вытащить из огня мужчину и женщину. Деревянный дом, из чердака которого валил черный дым, милиционеры заметили еще из машины при патрулировании центральной улицы поселка. Они попытались обследовать домовладение через вход, однако наружная дверь оказалась заперта. В итоге милиционеры разбили окно и, светя фонариком, стали звать хозяев. На их голос откликнулась женщина. Она с трудом смогла подползти к окну и в итоге была спасена сотрудниками милиции. С мужчиной все оказалось гораздо сложнее. Мужчина, находясь в определенной степени алкогольного опьянения, неадекватно оценивал сложившуюся ситуацию и пытался найти свою одежду, а даже намеревался потушить пламя, не выходя из горящего дома. Сотрудникам милиции пришлось эвакуировать мужчину при помощи физической силы. Благодаря оперативным действиям сотрудников Петриковского районного отдела внутренних дел удалось избежать трагедии. Ведь в таких ситуациях, когда люди находятся в опасности, счет идет на секунды. В результате пожара повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Тем временем в Гомельской области отмечается рост количества пожаров и гибели на них людей. Специалисты связывают это с началом отопительного периода, а также абсолютной беспечностью домовладельцев. В половине случаев возгорания люди находились в состоянии алкогольного опьянения, а причиной пожаров стала непогашенная сигарета. Только за минувшую неделю на территории региона было зарегистрировано 19 чрезвычайных ситуаций. 5 человек в них погибли. Так, в Гомельском районе условием для возникновения ЧС стало затянувшееся хмельное застолье. Из объятого пламенем частного дома пожарные вытащили сначала мужчину, а затем женщину. Он умер спустя несколько минут. Она отравилась продуктами горения еще на месте происшествия. Как отмечают инспекторы, курение и алкоголь – пожароопасная смесь, из-за которой в Беларуси происходит каждый второй пожар. Далее идет нарушение правил эксплуатации печного отопления. За последние 7 дней зарегистрировано 7 подобных случаев.
Хотел бы обратить внимание граждан на содержание газового оборудования, печного, правила эксплуатации печного оборудования, потому что, к сожалению, есть летальные случаи, когда граждане закрывают печь раньше, до того, как там закончен процесс горения, и, соответственно, травятся угарным газом. И уже имел место у нас факт отравления угарным газом в Мозовском районе, когда пострадали и в реанимацию были размещены гражданка, двое ее детей, а также медработник, который прибыл по вызову, получил соответствующее отравление. Тема пожарной безопасности была главной на этой неделе. За 10 месяцев 2016-го произошло увеличение количества возгораний и на объектах, которые обслуживают жилищно-коммунальные службы. По этому поводу спасатели провели совместное совещание со всеми заинтересованными службами, от которых зависит безопасность граждан. Собрание в таком формате проводится в Гомельской области впервые. Основанием для этого стал рост количества чрезвычайных происшествий по сравнению с прошлым годом. Речь идет об объектах, которые обслуживают жилищно-коммунальные службы. На треть возросло количество пожаров, погибло вдвое больше людей. Специалисты подчеркивают, что жилищно-коммунальное хозяйство – такой же орган профилактики, как и весь государственный сектор. К тому же руководители ЖЭСов возглавляют смотровые комиссии на местах. Именно эти специалисты должны вовремя информировать МЧС, милицию и другие службы о лицах, которые находятся в группе риска. Это не только те, кто пьет или курит в постели, но и одинокие пенсионеры. Регистрируются пожары в подвалах, вопросы возникают и по техническому состоянию жилищного фонда. Все это требует внимания. При этом в МЧС подчеркивают, что чаще проводить рейды смотровых комиссий смысла нет. Надо увеличивать результативность этой работы. Пришли 5 человек, 7, они должны сделать, ну, все от них зависящее, чтобы человек или не пил, или это пожилой гражданин. Вот у нас в Гобеле недавно пожар был, к сожалению, не попал в список, где мы должны ходить, ну, как бы, где должна посещать смотровая комиссия. То есть, ну, тут вопрос, кто не доработал. Если человеку пришли и сказали, что не пей, не кури, проинструктировали, то это уже, наверное, самоубийца. Правильно? Если исключили все технические аспекты, что он где-то может пострадать. Проведенный мониторинг исполнения организациями и предприятиями ЖКХ законодательства о безопасности показал, что уровень противопожарной защиты объектов недостаточный, а местами и неудовлетворительный. Значительная часть нарушений организационные и не требуют материальных расходов. Речь идет об ограничении доступа посторонних в подвальные помещения и на технические этажи, обеспечении выполнения режима хранения горючих материалов. Работа у нас плотная. Постоянно совместно решаются какие-то проблемы, которые возникают. Также проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации, это какие-то аварийные ситуации, тоже совместно. Все вопросы отрабатываются. Где-то МЧС делится с нами информацией, где-то мы оказываем свою помощь. То есть работаем плотно. По итогам заседания приняты решения с учетом высказанных предложений и замечаний всех заинтересованных служб. Выполнение поставленных задач взято на контроль. На этом все. Вы смотрели «Де-факто». Берегите тех, кто вам дорог. До встречи.